Каждый год из-за пала сухой травы гибнут люди, горят сараи, дома. Однако большинство жителей по-прежнему думают, что это приносит почве пользу. На самом деле пал травы – это настоящее бедствие. А единственным виновным этому всегда оказывается человек. Поэтому сотрудники МЧС проводят профилактические рейды и напоминают гражданам о мерах безопасности. С начала года 126 раз огнеборцы Рязанской области выезжали на тушение сухой травянистой растительности. Горение прошлогодней травы зарегистрировано на площади 490 гектар. Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает жителям региона о том, что с наступлением сухой жаркой погоды вероятность возникновения пожаров от сжигания травы и мусора многократно возрастает. Палы травы – это опасно и к тому же наказуемо в соответствии с законодательством. Зачастую причиной загорания травы становится непотушенный окурок или костер. Поэтому просьба к автолюбителям быть аккуратными при выезде за город, не пользоваться открытым огнем в лесах. Зачастую траву жгут недалеко от населенных пунктов. При ветреной погоде велика вероятность того, что огонь начнет двигаться не в том направлении, которое изначально планировалось. Возникают угрозы постройкам, жилищам и зданиям. Опасность сухой травы заключается в том, что ее сжигание не всегда поддается контролю. Такое неконтролируемое горение уже может привести к серьезным, даже трагическим последствиям. Особенно велика вероятность такого исхода в сухую ветреную погоду. Палы сухой травы приводят к лесным и торфяным пожарам. Сгорают дома и целые деревни. Не жгите сухую траву и мусор на своих участках и прилегающих к ним территориях. Своевременно очищайте их от сухостоя и горючего мусора. Не позволяйте детям играть со спичками. Своевременно проводите опашку земли вокруг своего участка, если он граничит с полем или лесополосой. На сегодняшний день за разведение костров ближе 50 метров от зданий и сооружений и бесконтрольное сжигание стерни предусмотрены административные штрафы. Для граждан от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 6 до 15, а для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».